подождать вас обратно, Лаврентий Сергеевич. Ну, постараюсь вернуться, как только смогу, батюшка. Если что, ребята начнут алтарную роспись без меня. А справится ли без вас? Не впервой. Спаси тебе, Господь, Лаврентий. Конечно, здесь чувствуется влияние хорватов, в частности, Генералича. Но этот культурологический шлейф лишь оттеняет самобытность автора. Обуздать обыденное, вдохнуть в него философию и поэзию — это вызов для художника. Так думаю я. Но он ни о чем таком не думает. Он просто живет в этой стихии, в этом космосе. Вы знаете, это очень-очень интересно. Телефон. Прошу прощения. Okay. Конечно. Жека, не могу сейчас говорить, перезвоню. Не могу. Светотень здесь особый сюжет. Мне очень жаль. Конечно. Алло. Жека, ну говорю же, занята сейчас. Кто? Бакадоров? Мне очень жаль, но я должна уехать немедленно. Что-то случилось? Надеюсь, что нет. Я оставлю вам визитку, хорошо? У вас очень хорошая коллекция. Приятно было познакомиться. Мне тоже. Минуточку. Простите, я вынуждена уйти, но вы можете оставаться в галерее столько, сколько вам нужно. До свидания. Вот, возьмите. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Удивительная девушка. Да. Вам тоже так показалось? В каком университете она читает лекции? Понятия не имею. Вы знаете, я небольшая поклонница наивного искусства, но она была не просто убедительной. Она была страстной. А перед страстью невозможно устоять. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, но... Ход мысли мне нравится. За такими, как эта чудесная галеристка, будущее. Да. А настоящее? А настоящее — это ваша покорная слуга. Если вы действительно решили стать коллекционером, господин Титов, то начинать надо совсем с других вещей. Я готова сделать подробный анализ рынка и представить вам свое экспертное заключение. Ну, тогда, пожалуй, подготовьте и представьте. Алло, я, конечно, смотрю на календарь. Как по истечению срока аренды? Послушайте, деньги будут перечислены в ближайшее время, я обещаю вам. Так, взяла себя в руки и все мне объяснила. Ты помнишь мою коллекцию? Ночи Тосканы. Она тебе еще очень нравилась. Ничего не понимаю. Причем тут коллекция? Где дети? Дети, они на даче. Соседом. Я приехала сюда, потому что нашла покупательницу на эти ночи Тосканы. Так. Он мертвый. Бакадоров. Да. Мертвый, понимаешь? Там. Ты вызывала кого-нибудь? Нет, я же тебя вызвала. Это само собой, полицию, там, скорую. Нет, а что бы я им сказала? Да то же, что и мне. Алло? Скорая, слушаю. Скорая, здравствуйте, у нас тут человек мертвый. Адрес?
Между прочим, поддерживать слабых женщин – твоя прямая обязанность, Лаврентий. Приступишь к ней завтра, а раньше никак нельзя. Ладно. Пока. Снегирь. В Ладейном поле, но обещал приехать к утру. Как он решил напомнить о себе? Был гадом и остался. Закрой дверь, пожалуйста. Я мертвецов боюсь. Ой, слушайте, мне пожалуйста. Ну, и когда ты его предъявишь? Кого? Сама знаешь. Глупо играть в прятки, если у вас все так серьезно. Тише. Серьезно? Тише, я говорю. За нас! За выпускников, художников, академиков! Тогда тем более нужно взгляд со стороны, потому что он может оказаться вампиром-надомником. А вдруг ты его тогда? Да ты посмотри на меня, он такой позарится. Делаю фото. Вот так и зафиксируйся. Так, смотри. Да нашу непогодную дружбу. А сколько? Столько не живу. Да, художка Академии лет 100. А, вы гораздо моложе. Ну-ка, давайте. Давайте, давайте еще раз, давайте. Ну, подождите. Жека, куда? На башку. Давайте. О, познакомьтесь, это мой жених, Дмитрий. Бакадуров. А? Я за шампанским. Я Катя. Что тебе сказать, Кира? Острая сердечная недостаточность. И только-то? Ну, ему хватило. Это что, окончательные выводы? Окончательные после вскрытия. Но ничего кардинально не изменится. А ты чем-то недоволен? Не люблю, когда фигуранты уголовного дела соскальзывают подобным образом. По меньшей мере, это подозрительно. Ну, есть пару вариантов. Могу помочь. Можно ножик под ребро воткнуть. Свинец в горло залить. Угу. Или паяльник засунуть сам знаешь куда. Да-да, очень смешно. Ладно, пойду поговорю со свидетельницами. Значит, вашего гражданского мужа, Бакадурова Дмитрия Евгеньевича, вы не видели 7 лет, все верно? Нет, не видела. И надеялась вообще никогда не увидеть. Но он же пришел зачем-то к вам. Как вы думаете? Почему? Никак не думаю. Господи, если бы мы приехали через неделю, Кать, страшно представить. Простите, кто-кто мы? Это я и дети, они сейчас на даче вместе давай с соседом. Давай, принесу тебе воды, давай. То есть вы вошли в квартиру и обнаружили труп, все верно? Да, да, обнаружила труп. Да, но замок не был взломан. Кто-то его впустил, когда вас не было. Кто бы это мог быть? Послушайте, а такая простая мысль, что он сам вошел, не приходила вам в голову? Открыл дверь ключами и вошел. Когда мне понадобится ваше компетентное мнение, Екатерина Станиславовна, я к вам обращусь. Так, кто, вы говорите, передал ключи Бакадурову? Так у него свои были, он же жил здесь какое-то время. Подождите, 7 лет назад, если я правильно понял. Да. То есть все эти годы он хранил ключи у себя из сентиментальных соображений. Знаете, как-то не вяжется, не сходится как-то это. С чем не вяжется? С тем образом, который очень хорошо известен правоохранительным органам. Если вы про угон автомобиля, то это было еще до нашего с ним знакомства. Простите. Я смотрю, вы хорошо осведомлены, но на Бакадурова есть свежая ориентировка. Дело в том, что он обвиняется в краже со взломом. Простите, простите, пожалуйста, у меня телефон звонит. Можно я подойду? Да, конечно. Простите. Это как раз сосед из деревни. Можно я? Да-да-да, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здорово. Добрый день. Здорово. Проходите внутрь. Она не могла этого сделать. Она хорошая девочка. Зачем я не захожу? Так
Где вы работаете, Екатерина Стеславовна? Что-то я запамятовал. В галерее. Небольшое арт-пространство, если это о чем-то вам говорит. А, инсталляции, хеппинги и прочий акционизм. Скорее, живопись, графика и прочая скульптура малых форм. Как вы думаете, так у кого еще мог быть ключ от квартиры вашей подруги? У меня. Странно. Ничего странного, мы подруги. А, значит, вы были знакомы также с Дмитрием Бокодоровым? К несчастью, да. А, только как с мужем вашей подруги? Вы что имеете в виду? Ну, Дмитрий тоже был не чужд арт-пространством, если можно так выразиться. Потому что в составе криминальной группировки обчистил квартиру известного коллекционера Гольдмана. Кстати, многое из похищенного до сих пор не нашлось. Надеетесь найти ненайденное у меня в галерее? Я так не сказал. Подумали. Я подумал, что слишком много любителей искусства собрались в одном месте. В Эрмитаж сходите, их там еще больше. Так, сегодня ты ночуешь у меня, это не обсуждается. Как не обсуждается? Мне еще на дачу нужно к детям вернуться. Они там хвост надрали соседскому петуху. В смысле? В прямом смысле. Вот так взяли, выдрали. Сосед звонил, говорил, что они у меня начинающие террористы. Обожаю их. Тем более нужно отсидеться, иначе хвост надерут тебе. Говорим о какой-то ерунде, когда тут такое произошло. Все равно, пока ты не успокоишься, я тебя к детям не пущу. Такси подъехало, марш в салон. Я на твоей стороне, что бы ни случилось, и всегда буду. Вы правда не виделись? Катя! Вдруг этот зверь действительно хотел что-то спрятать в квартире? Возможно, даже спрятал. Хочешь пойти поискать? Давай, иди. Только без меня. Проехали. А который час? А? Остановите, пожалуйста, у магазина. Так, магазин. Спасибо большое. Жека? Он сказал, что выйдет за сигаретами, а его нет уже почти неделю. Кого? Бокодорова. Он и раньше исчезал, но день-два, и он возвращался. Наверное, нужно куда-то заявить, да, Кать? Не знаю. Не думаю. Тебе же он никогда не нравился. Ну, радуйся теперь. Еще скажи, что твоя подруга дура, ты меня предупреждала, я тебя не послушалась. Я беременна. Чего? Беременна. Ладно, я пойду. Он больше никогда не придет. И это хорошо. Не сможет испортить ничью жизнь. Кать, я плохая, да? Самое лучшее.
принесли пиццу? Нет. Ну да, так оперативно у нас доставка не работает. Иди ко мне, детка. Ты сказал, что объяснился с Жекой 2 недели назад. Так и есть. И что расстались вы друзьями? Ну так никто же не в претензии. Чувства закончились. Угу. У обоих. Или обеих, как правильно? Правильно. Будет сходить за сигаретами. А у меня есть сигареты. Запасливый. Чего-чего? Запасливый. Ты же сама мне их вчера купила. Ты лгал? Ты лгал мне все это время. Господи, как же я могла в тебя вляпаться? С размаху, детка. Со всей дури. Лобовое столкновение. Шансы выжить равны нулю. Как у вас у всех. Тю-тю-тю-тю. Малышка, я все про себя знаю. А теперь и ты будешь знать. Про себя. Пошел вон. Ну, мы же в киношку с тобой собирались. В Таиланд. Ну, можно хотя бы пиццу дождаться. Пошел вон! С удовольствием. Понимаешь, и Лавруха, и Катька, они мне очень близкие люди. Ну, прям очень. Они меня не понимают. Ты меня хоть понимаешь? А? Он не понимает. Почему? Он иностранец. Понятно. Но хотя бы выпить он со мной может? Не-не-не, не может, не может. Ему религия не позволяет. Поднимайся, горе мое, пойдем спать. Пойдем. Слушай, куда подевались мои ночи тосканы? Вон они тащатся за тобой. Ах, точно тащатся. Не занят? Ну, я понял. Ну что, давай партию. Иду. Да, Николай Петрович. Нет, нет, ничего, я встаю рано. Ничего не произошло. Мне просто нужно с вами поговорить. Да, хорошо, через час у Медного всадника. Договорились. Что скажешь? В жизни ты как-то сексуальнее. Я серьезно. Я серьезно. Откуда у тебя эта доска?
Я так полагаю, что она бакадоровская. В смысле? В смысле, он принес ее к Жеке в квартиру и потом умер почему-то. А Жека что говорит? Ничего не говорит. Мне кажется, она вообще не в курсе. Ого. Но доска при этом у тебя. Потому что я не боюсь мертвецов, а Жека боится. Да ты вообще, по-моему, ничего не боишься. Разве что теток, которые в бассейнах резиновые нарукавники раздают. Отняла доску у трупа, да? Опять идиотничаешь. А куда деваться? У меня сердце в пятки уходит, просто когда я смотрю на нее. Вот от этого куда деваться? На кого смотришь? О! Себя испугалась. Экзистенциальненько, чё? Скажи, ты думаешь, что я? Дай-ка лупу. Ух. Похоже, Северное Возрождение, алтарная створка. Да. Чепчик тебе идет. О. Но ведь этого быть не может. Не может. Она меня с ума сводит, эта доска. Потому что на ней ты. А что, если бы Кадоров ее украл? Да, не смеши меня. У него бы мозгов не хватило. Скорее, соблазнил какую-нибудь музейную уборщицу из Утрехта. Та и перетрясла закрома. Он вор. Автомобильный. Это не одно и то же. Тип, который нас Жека допрашивал, сказал, что Бакадоров ограбил одного известного коллекционера. А теперь, получается, я ограбила мертвого Бакадорова? А? Я в жизни своей чужой иголки не взяла. Булавки. Правильно говорить, булавки. Ну тебя. Ладно. Все знают, что ты воинствующая бессребреница. Эталон порядочности. А теперь выходит, что нет? И что теперь со всем этим делать? Для начала поставить ситуацию на паузу. Пауза. Пау! А потом же разбираться. В чем вы собираетесь тут разбираться? Отомри. Да вот думаем, где денег взять. На оплату аренды галереи. Смотри. Офигеть. Да. Это кто себя так запечатлел? Только я не понимаю, в чем фокус. Ну, фокус в том, что это не стилизация и это не Катя. Так что вопрос о больших голландцах остается открытым. А откуда у вас эта картина? Из области. Притараканил на экспертизу. Вещь ценная. А, с ума сойти. Это ж вылитая Катька. Да я сам чуть в обморок не грохнулся. Как я рада тебя видеть. Так, пернатое братство. Лаврентий Сергеевич. О, нет. Так, давайте, нет. Пожалуйста. Я пас. Давай. Пас. Где вы? На том и стоим. Давайте. Жека Соколенко. На том и стоим. Иди как бабочки. И Катя Соловьева. Раз, два, три. Полетели. Ну, что это такое? Что это? Стареете, девки, стареете. Ну, это ж с ума сойти можно, а? Угу. Николай Петрович, я Кирилл Марич. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Никак не могу понять, как моя любимая, чем моя любимая студентка может вызвать интерес полиции? Вы не волнуйтесь, ничего такого. Просто расскажите мне о ней. Извольте. Я как преподаватель, а затем и научный руководитель Кати Соловьевой. Могу только констатировать, она многообещающий молодой ученый. Могла быть блестящим лектором, куратором крупных международных проектов. Собственно, она этим и занималась в студенчестве. Но, к сожалению, не только к моему, избрала другой путь. Какой же? Подвижничество. Чистой воды подвижничество. Вам знаком этот термин? Ну, в общих чертах. Она открыла маленькую галерею, в которой выставляет малоизвестных художников, которые кажутся ей перспективными.
Я там бывал. Не все выставленное мне нравится. Да-да, мы иногда бываем с ней по разные стороны. Это масштаб 1:3? Сейчас отвезу мать героиню к отпрыскам и сразу же обратно к тебе. Поэтому вторую половину дня... Ну, зачем? Беспорточными гениями прошу не занимать. Гений мой крест. Твой крест нищеброды. Но мы это скоро исправим. Балагуры, у меня час времени. Меня Эммануил Карлович распнет. Если тебя распнут, мы с Катькой позаботимся о твоих детях и отвезем их на полуостров. Вальдес. Это где? Аргентина. Там киты. Скажите, а насколько тесно она связана с Аркадием Вениаминовичем Вольфом? Скорее с ним в свое время был связан я. Мы учились на одном курсе. Мы даже написали в соавторстве несколько монографий, посвященных русскому авангарду. А потом наши дороги разошлись. Мы не поддерживали отношения лет 25, но в этом нет ничего драматического. Я глубоко ценил и ценю Аркадия. А что касается его знакомства с Катей, я не в курсе. Вам проще спросить у нее самой. Да-да, конечно. Поверьте старику, дело не в ее талантах и целеустремленности. Катя прекрасный человек, редкой души. Я готов об этом сказать во всех инстанциях. Да нет, ну что вы, я надеюсь, этого не понадобится. Я благодарю вас. Угу. Всего доброго. Вам самим-то нравится? Чего-то не хватает. Объема. Объема? Угу. Ну, примерно... Вот так. Если говорить о визуальном воплощении идеи. Туда. Да? Это не вы. Или ты про птичку? Я не то хотел сказать. Добрый день. Здравствуйте. Ну что? У вас на почте каталоги лучшие галереи Европы. Это серьезные активы, господин Титов, и за ними стоят серьезные люди. Профессионалы высокого уровня и мои добрые друзья. Угу. То же касается и аукционных домов. Как только вы выберете... Я уже. Уже? Уже выбрал. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Можно? Ну, конечно. Я должна была сразу догадаться. Алло. Я вас слушаю. Анна Фрида, добрый день. Рада вас слышать. Хотите купить ту самую картину, о которой мы говорили вчера? Да, это хорошо. Отличные новости, я очень рада. Хорошо, я буду ждать вашего звонка. Спасибо, хорошего дня тоже. До встречи. Поэтому воспользуйся своей лабораторией. Пока. Так, я надеюсь, ты доску не презентовала Дому ветеранов сцены. Мне нужно кое-что проверить. Снегирь! Да куда ты пошел? Подожди, ты должен меня расцеловать. Я продала картину! Вау, что ж ты сразу не сказала? Да я образно говорила.
Но все равно. Вот она, устричная створка. Где это видела? И ты должна была, давай вспоминай. Ты же супер-пупер искусствоведка. Заслуженная артистка, Кэт, смотри. Народная и искусствовед. Это не освобождает тебя от твоих профессиональных обязанностей. Но? Ключи от лаборатории Ваньки Бергмана. А сам он где? Во Флоренции. Уехал туда по приглашению пожарной команды или футбольной. Какая разница? Скажи, ты можешь хотя бы иногда быть серьезным, Лаврентий? Женюсь на тебе, буду серьезным. Вот уж нет, я настроилась на олигарха, так что не путайся, у меня под ногами. Меркантильная дрянь. Она самая. Поскольку Ванька один из ведущих реставраторов, то и аппаратуру у него закачаешься. Первоначальный анализ доски я проведу сам. Черт. Черт! Я позвоню вечером. Пока. Ну да. Лучшая студентка у нас на курсе. И диплом ее также признали лучшим. Вы бы видели, сколько народу набилось ее послушать. А что было в дипломе? Такие мелочи я в голове не держу. То есть, особой карьеры она не сделала, если я правильно понял. Это блаженно? Разумеется, нет. Как можно сделать карьеру, занимаясь заведомо бесперспективными вещами? Какими именно? Лузеры от живописи. Мастера трущобной светотени. Что удивительно, их радары как бы нацелены на Соловьеву. Но она пыталась этих неудачников вытащить и, соответственно, увязала сама. И как-то, знаете, абсолютно ее не жалко. Да, бывает. Эта идиотка все прощелкала. Упустила свой шанс. Ну и когда ты собираешься перед ней объясниться? А ты? Я первый спросил. Я и так объясняюсь в каждой картине. Слушай, твои колористические мазочки ни ей не интересны, никому вообще. А не проще сказать, я люблю вас и всякое такое? А тебе не проще? Я первый спросил. Здравствуйте, Катя. Добрый день. Олигарх. Я бы хотел приобрести картину в вашей галерее. Вы уделите мне несколько минут? Конечно. Пойдемте. Ну хорошо, теперь давайте уточним, о какой конкретной картине идет речь. Вот об этой. Уф, это, к сожалению, уже зарезервировано. Ее должны забрать с минуты на минуту. Может быть, вот. Но ведь еще не подъехали. А? Значит, у нас есть возможность все переиграть, сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Если я предложу 5000 евро за эту картину, устроила бы такая сумма вас? Меня, честно говоря, может быть, и устроила бы. Но, боюсь, не понравится будущему владельцу. Значит, 7000. Боюсь, что… Неужели 10? Это ваша последняя цена? Последнюю я сообщу чуть позже, когда мы с вами познакомимся поближе. Не думаю, что это хорошая идея. Реставрационная мастерская Ивана Бергмана вас слушает. Меня сейчас нет, но я вам обязательно перезвоню. Привет, Иван. Это Хэри. Перезвони мне, пожалуйста. Вы ведь были знакомы с покойным Гольтманом, Екатерина Мстиславовна, не так ли? Нет. Хотя бы как с автором вашего научного руководителя, профессора Загданского. Вы, Николай Петрович, втянули во все это. Просто хочу докопаться до истины. В чем же истина? Нет ничего тайного, что не могло бы стать явным. Ну хорошо. Я читала ранее монографию Гольтмана и знаю историю взаимоотношений с Николаем Петровичем. Ну а лично знакомы мы не были. Хорошо, вы же не станете отрицать свое знакомство с Алексеем Титовым? Кто это? Крупный бизнесмен, владелец
нескольких торговых сетей. Если будет продолжать в том же духе, то через несколько лет доберется до списка Forbes. Да вы как будто завидуете, капитан. Скажите, что он делал в вашей галерее? Я его видел один раз в жизни. Нет, вру, два. Так что же он хотел? Хотел картину купить, а я ему, дура, отказала. А, видите ли, Екатерина Мстиславовна, подельники небезызвестного вам Бакадурова утверждают, что после ограбления тот скрылся, прихватив с собой кое-что из трофеев. Что именно? Ну, например, Аристарх Плинтулов. Акварельный набросок 1923 год. Эгон Шиле. И, ну, это пока все, согласно каталогу коллекции, составленному покойным Гольдманом. Так от меня-то вы чего хотите? Бдительности. Будьте внимательны, а вдруг Плинтулов всплывет где-то поблизости. Ну вот если всплывет, то прям к вам его и отбуксирую. Могу я идти? Разумеется, не смею вас задерживать, Екатерина Стеславовна. Давайте познакомимся, ну, чтобы нам было легче общаться. Меня зовут Алексей Титов. Да-да, я уже в курсе. Торговые сети, крупный бизнесмен. Список Forbes уже все глаза проглядел, ожидая вас. Не стоит его разочаровывать. Катя, вы мне нравитесь. Очень. Очень. А вы мне очень нет. Я купил ваших парней. Что? Ну, не их как таковых, а их работы. Я могу купить всех остальных ваших подопечных. Могу вывезти их в Италию, если вы того пожелаете. Или куда там вывозят художников. А хотите галерею новую на Невском? А на Манхэттене? На Манхэттене тоже можно. Чуть сложнее, но решаемо. Так как? Обнаружен третий фигурант в деле Гольдмана. Бакадуров? А почему он еще не у меня в кабинете? Ты знаешь, в морге бы задержался. Хочешь, при желании можешь навестить. Я понял. Как раз собирался его федеральный розыск объявлять. Подрезали? В том-то и дело, что нет. Судмедэксперт говорит, что обширный инфаркт. И сердечная недостаточность. Точно. Откуда знаешь? У Гольдмана диагностировали такой же букет. Да, совпадение напрягает. Да много чего напрягает. Грабители обносят особняк на следующий день после того, как умер его владелец. Работают быстро, знают, где что лежит, но пенок не снимают. Хотя взять могли намного больше, намного. Поясни. Шагала не тронули. Хотя рыночная стоимость одного гольдмановского шагала в разы выше того, что они украли. Ну, просто заказчику не нужен был шагал, вот и все. Ты покажи мне человека, которому не нужен шагал хотя бы с коммерческой точки зрения. Ну да, но как его потом продавать? В частной коллекции, друг мой. Это да, согласен. Скажи, пожалуйста, имя Екатерины Соловьева тебе ни о чем не говорит? Нет. А кто это? Подружка бывшей жены Бакадурова. Она и сообщила его смерти. Галеристка. Нет, не слыхал. Может иметь отношение к делу? Может. Может иметь отношение ко всему, даже к убийству Кеннеди. Ты знаешь, у меня супруга такая. Тот еще типаж. Ты слышишь этот дождь? Ты чувствуешь резкие ветры, порывы, но ты дальше идешь. Я заблудиться в его паутине сотни трамвайных линий. Приветствую вас, Катерина. Добрый вечер, добрый Екатерина. Вечер. Рада видеть. Давненько вы не появлялись в наших пенатах. Рад. Что мы можем любить, и мы вновь видим мимо.
Здравствуйте. Меня зовут Катя. Отличная у вас работа. Я бы хотела купить. Вы, пожалуйста, никому не продавайте. Я сейчас пишу ваш телефон. Конечно, я... У меня здесь галерея рядом. Знак Лукас Ван Острия. Лукас Устрица. Кэт, если не поторопишься, ты все пропустишь. Я застолбил нам самые лучшие места в первом ряду. Это конец 15 века. Алтарная створка. Северное возрождение с вероятностью 99.9%. Ты слышишь меня? 99.9! Ты понимаешь, что сейчас говорю? Нет, ты не понимаешь. Я сам еще до конца не осознал.